Кинотеатр и интернет. Кинотеатр на Радио 13. Ох, боже, как же я люблю эту музыку. Друзья, эта музыка звучит, как всегда, прекрасно. И это означает, что рубрика «Радиотеатр» объявляется открытой в нашем кинотеатре. Опять я нервничаю, как всегда, под эту рубрику. Иван, мы... А я как нервничаю. Ты готова? Только сценарий увидела. Ага. Что же, друзья, раз все готовы... Тогда поехали. Я готова. Все, могу отказаться? Могу отказаться? Нет. Все, дороги нет. Все, переворачиваем на первую страницу. Друзья. Итак, друзья, поступила информация, что в мире мультфильмов произошли большие изменения. Так, а именно, что-то не так все пошло в семейных отношениях Шрека и Фионы. Ага. Ну что, друзья, нам, как всегда, поможет наша Лада Калина, которая мчит нас в сказочный мир. Итак, садитесь в машину, держитесь крепче. Держимся. В прошлой поездке, правда, у нас оторвало крышу. Ну что ж, вперед! Вперед! Ребят, что вы курите? Я осел, у меня 4 ноги. И побежал осел по полям скакать и Шрека искать. Вдруг все вокруг все было серое и хмурое, и видит он, как вдалеке в поле стоит одинокий Шрек, и нет на нем лица. Шрек, дружище, что случилось? Я буду руки твои целовать. Шрек, зачем ты поешь как Басков? Уходи, осел, всю жизнь ты мне испортил. Шрек, что случилось? Ах ты, ишак кобелиный, увел у меня мою Фиону. И еще спрашиваешь, что случилось? Уйди отсюда. Шрек, ты что? Я не мог. Не мог? Не мог. Он, ты посмотри на него. Пойдем, я тебе покажу. И направились они к башне замка, где на самом верху в окне ждала своего любимого ослика Фиона. Осел! Зачем ты привел этого монстра? Этого болотного тирана! Что ж так, 20 лет я тебя не смущал, значит, а сейчас чего? Да за 20 лет ты ни разу монстр не выносил! Почему не выносил? Я эти ценные отходы относил на свое болото. И мы там с мужиками, кстати, неплохо время проводили. Вот именно. Тебе твои мужики важнее, чем я. Я не понимаю, что происходит? Заткнись, осел! Да, ладно. Это ты мне со своими гламурными подружками всю жизнь мою испортила. Шрек, мы сегодня идем болотные ванны принимать. К нам сегодня приедет моя подруга из Лугасляндии. Тьфу! Друзья, это вы о чем? Заткнись, осел! Ладно. А твоя мама, она же мне все бородавки повыдавливала, пока я спал. Я их, между прочим, наращивал для новогоднего десерта. Зато осел намного романтичнее, чем ты. Он по утрам мне всегда бегал за ослиным молочком, приносил крыс с поля. Да его настолько его драконика задрахонила, что он избежал от нее. Друзья, объясните мне, что тут происходит? Так, Шрек, ты меня достал! И тут Фиона рассердилась не на шутку. Нашла у себя в спальне наковальню и скинула ее из окна. Шрек успел отбежать, а вот осел... Осел? Осел, ты в порядке? Слушай, Фиона, что ты наделала? Он же не дышит. Шрек, я же тебя просила, чтобы ты успела тащить осла. Ну что же теперь делать? Осел, не умирай! Не умирай, Фиона! Кажется, наш розыгрыш зашел слишком далеко! Я же тебе говорила, что на день дураков мы должны были более мягче разыграть осла. Главное, чтоб сейчас дракониха не прилетела. Осел, осельчик, вставай! Вставай! Бежим я! Я же притворяюсь, друзья! Осел! И все дружно рассмеялись, заплакали от счастья. А напоследок осел говорит: ой, друзья, а может мы разыграем какую-нибудь сценку в постели? Заткнись, осел! Ну что ж, мне кажется,
кажется, сейчас у всех один вопрос, ребят. Что вы курите все вместе? Чем-то таким на Радио 13 угощают кофе. Ты не права, потому что браво, браво и еще раз браво. Друзья, аплодисменты. Да, вот такие отзывы слушателей. Аплодисменты, аплодисменты. Какая же замечательная в этот раз получилась рубрика. Илана, расскажи, пожалуйста, как тебе эта рубрика? Понравилась она? И вот как ты ощутила себя в качестве Шрека? Шрека замечательно, особенно когда мама Фионы давит мочевуту мои бородавки. Вот такие семейные разборки. А вот слушайте, интересно, да, если бы это был не розыгрыш, какие бы страсти дальше бы были бы с драконикой и так далее, а? Осел, мы бы тебя убили. Заткнись, осел. Ну что, друзья, рубрика «Радиотеатр» объявляется на сегодня закрытой. Что можно сказать? Ура, товарищи! Ура! Театр и интернет.